Пошла, кажется, запись. Так. Перемещаюсь с бугорка. Держу штатив в руках. Штатив неустойчивый. Так, запись на Full HD 50 кадров в секунду. Включил на объектив Lumix 1260. Ничего не видно в мониторе. Отсвечивает. Вижу только почему-то. Вижу только квадрат фокусировки. Почему-то он неподвижен. Хотя я сегодня отключил там. Так, пробуем приближение. Ничего не видно в мониторе. Солнце яркое и все. Все отсвечивает. Наверное, при повороте успевает сфокусироваться, я так думаю. Вот, скамеек сегодня нет практически. Там одна на километре здесь. Ну, возле Каугури там побольше. Там через каждые 50-100 метров. А здесь я ушел далеко, за метра 3 от спасалки. Поэтому здесь скамеек нет. Приспособил здесь вот. Нашел в лесу здесь, ну не в лесу, а здесь в дюнах. Такое вот бревнышко. Так, пробуем менять фокусировку. Успевается, наверное. Вот максимальное приближение, максимальный зум. И сейчас отдаемся. Так, так. Да, успевает фокусироваться, потому что яркое солнце. Так, ладно, попробую сейчас перенастроить на фокусировку видео с сохранением на матрице.